Итак, у нас первый стартап. И это кредитная станция. Приглашаю вас на сцену. Здравствуйте, меня зовут Сергей Макаров, я отвечаю за развитие бизнеса в компании «Кредитная станция». И сегодня мы расскажем о том, как мы делаем революцию на рынке посткредитования. Сегодня всем известно, что оформление кредита в торговой сети на покупку, например, мобильного телефона или любой другой бытовой техники занимает в среднем 30-40 минут, иногда до часа. Мы сделали очень простую вещь. Во-первых, мы упростили процесс оформления кредита и сделали приложение для того, чтобы можно было оформить кредит на планшете, а после передали этот планшет фактически в руки покупателей для того, чтобы они сами могли справиться с этой задачей. То есть мы решали задачу в первую очередь снижения издержек торговых сетей, связанных с оформлением кредитов, и во вторую очередь мы сняли ограничения на количество продаж в кредит для торговой сети. Секундочку. В первую очередь, простите, я немножко волнуюсь, у меня просто первое выступление, и поэтому прошу сделать небольшую скидку на это. В первую очередь это экономия. Торговая сеть с оборотом 30 миллиардов рублей и проникновением продаж на уровне 45%, используя наши решения, может сэкономить до 160 миллионов рублей в год. Кроме этого, количество оформленных кредитов больше не зависит от количества продавцов в торговой точке. Для оформление кредита используется планшет, и мы сейчас просто покажем, как можно сделать за несколько минут то, что делается 30-40 минут на сегодняшний день. Такие планшеты будут использоваться в торговых точках. Для оформления кредита нужно сделать всего несколько шагов. Мы вам продемонстрируем то, что происходит на планшете, чтобы всем было понятно, в том числе как покупателю, как это можно сделать, что в этом нет ничего сложного. Коллеги, у вас 30 секунд. Да, для начала мы добавляем товары. Для этого используется QR-код, либо любой стандартизированный ценник. Прямо на планшете выбираются условия кредита. После этого подтверждается номер телефона по СМС. Да, у нас, к сожалению, заканчивается время. Вышел небольшой сбой с приложением. Ну, время закончилось уже, собственно говоря, да. Не успели. Бурные аплодисменты. Но я скажу так, коллеги. Я думаю, что технологии интересны и понятны. Я бы просто тогда в трех словах закончил наше выступление, сделав выводы. В первую очередь, самая интересная история в том, что продавцы не задействованы при оформлении кредита, и, соответственно, один продавец может спокойно сопровождать оформление до 10 кредитов, используя при этом покупатели, когда используют планшеты. Вот. И, ну, в общем-то, все. Спасибо большое. Забирайте ваш девайс. Александр, я думаю, что вы все самое основное как бы услышали.